Так, огромная кровать тут у нас, огромнейшая, диванчик. Ну, почему-то она идет трехместная. Шкафчик, да, сейчас мы пойдем на ресепшн разбираться. Кровать по-любому должна на два, хоть она огромная, человека, диван на одного. Столик большой, телевизор. Здесь нам что положили? Наконец-то сегодня приехали в Турцию. Да. Дали вот нам номер. Девчонки хотят вам показать, Каролина. Ну давай, с самого начала в двери. Что тут у нас? Шкафчики. Сейф, да. Подушка. Хранить деньги. Нам она надо. Это для Каролины. Запасная. Так. Шкафчики закрываем. Открываем ванну. Так, здесь у нас... хорошая ванна, да. Душ, о, подарок. Огромное зеркало, раковина. Это не подарок, это нам положили шампуни, мыло, гели, наверное, тут разные. Чистить зубы. Чистить зубы, фен, да. Так, иди ну, сюда. Туалет. Иди сюда. Запасная. Иди сюда. Ой, идем сюда. Я не видела эту. Что, ваночка со стеклом, да? Да. Идем. Тут скучает. Алло, Каролина звонит. Дайте сало полкило. А то мы с обеда ели животы принесли, не наелись, да? Ага. Блокнотик рисовать. Так, огромная кровать тут у нас, огромнейшая, диванчик. Ну, почему-то она идет трехместная. Шкафчик, да, сейчас мы пойдем на ресепшн разбираться. Кровать по-любому должна на два, хоть она огромная, человека, диван на одного. Столик большой, телевизор. Здесь нам что положили? Чайник, чаек, кофеек. Большущее дерево, зеркальце. Ой, а тут еще полка. А здесь что у нас? Холодильник наверняка. Ну да, холодильничек. Ну так, комнатка неплохая. Ну, конечно, выйдем. Что там? А, иголки, нитки, да? Бабушка запасливая, свои привезла. Сейчас. А мы снимали. Что тут нам поналожили? Мы там застывали. Где шампуньки? Ну, не такие, как вот везде. Каролиночка, подожди. Мама, что это такое? Это кошелек для карточек. Номер такой чистенький, хорошенький. Видно. На 5 звезд пойдет. Тут вот, да, может и не пойдет. Классный, да. Аккуратный, хороший. Ну, понятно. Пожалуйста, заходите. На балкон. Классный. На. Так, пошли снимем. Ой, Каролина уже поделила. Вид с балкона. Красотка Мэри с красивучими цветами, да? Я уже все поставили. Я птичка. Ага, я птичка. Красивые цветочки. А здесь у нас море. Вид сразу на море идет, да? Да. Вон парашют. Парашют, а там у нас вот там внизу огромнейший аквапарк, потом пойдем снимать, да? Бабушка, скажи, мы уже катались на парашюте с тобой, да? Конечно, катались, а только ты смотри, с балкона не улети. Не улетит. Ой. А то покатишься и прямо в море. Я улетаю. В далекие края, да? Птичка улетает в далекие края. Пока. Так, ладно, всем пока. Показали вас нам номер. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. С вами были Камила и Каролина на канале Камила и Каролина. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки.
и нажмите на красную кнопочку и на колокольчик. Будет выходить новое видео и уведомление. Пока-пока! Пока-пока! Будут новые видео. Ну вот, нам королюськи добавили кровать. Да, королюся? Ну да. Хочет с мамой на большой, хочет на этой будет, да, королюся? И на той, теперь у нас вот сколько кровати много.